Губы толстые. Так, где тут у него уши? Вон папа руками здесь. Ой-ой-ой, папа сал губы. Вот такие фильмы нельзя смотреть. Вот. Рок живописи. Ну где Буба? Я смотрю на него. Вот. Вон он. Да, где уши там у него? Отсюда торчат, что ли, уши? Большие уши. Буба, да. А я думала, его Дима так назвал. Там какие-то шарики вверху. У тебя глаза какие-то маленькие. Ну, сейчас больше нарисуем. У него глаза-то... Вот тебе лапы. Так. Ну, глаза, он на всю голову верхняя. Страшно. Бабуля. Живопись. Поплыла. Ну, а ты его и не увидишь в нормальном состоянии этого будет, как нашего внука. Ну, смотри, его показывают, мам. А, вот. А тут надо шерсть у него, да? Так, лапки у меня тут. Похож, да? И мышки. Забыл. Вот его надо сфотографировать это, я бы его срисовала. Вот срисовывать я не могу. И мышку. И напишем Буба. Бу. Буба. Сейчас нарисуем какую-нибудь красивую зебру. Слоник. Слон. Легко рисовать. Ну как, похож Буба? Похож? Мышку говорил. Но я теперь не помню, ее не показывают. Как ее рисовали мышку? Сейчас нарисуем, попробуем. Мышку? Да. Зачем тебе мышка-то? Мышку неинтересно. Мы сегодня вот ящерицу беременную видели. Она рожать собиралась. Не факт, что она там собиралась рожать. Она там мокрыс поедала. Она вообще, может, и клала нам. Нет, она так чутко кувыркалась головой, так что. Ну, может, она просто кувыркалась. Дим, похожа мышка? Иди посмотри, Дим. А? Похоже мышка, нет? Хвостик надо вывести. Похоже? Нет? Нет? Нет. Нет. Это пупок. Пупок. Говорю за пупок. Кого еще, зебру будешь рисовать? Мне надо, чтобы не...